Добрый день, уважаемые онлайн-зрители. Меня зовут Александр Пую. Я являюсь менеджером-аналитиком представительства компании Альпари в городе Кишинев. Начинаю свой очередной анализ текущей рыночной ситуации на основе уровней Fibonacci. Если вы авторизировались в личном кабинете, ставьте, пожалуйста, ваши плюсики в чате. Проверим, если меня хорошо видно и слышно. Окей. Так, начнем с евро-доллара. Итак, по евро-доллару, да, вот мы видим, что после пятницы, да. Так, у нас после данного вот импульса, да, вот роста, да, мы увидели хороший откат и прям вот до поддержки 1.1320, да, 1.1325, да, вот мы сейчас приближаемся к данной поддержке. Линия трендовая линия, по которой у нас двигались вверх, да, вот по евро-доллару, вот у нас проходит через вот эти три точки. И сейчас вот эта четырехчасовая свеча, да, вот смотрим, видим, как она закрывается. Закрываемся мы ниже линии, пробиваем линию, закрываемся мы, пробиваем и линию, и уровень, или закрываемся на уровне поддержки, да, только тестируем уровень. Нужно будет посмотреть, как закроется данная свеча, если мы вернемся в наш восходящий канал. Да? Если мы вернемся выше линии, то можно будет продолжить покупки. Объясняю почему. Значит, пробит был уровень 23.6 от всего данного нисходящего тренда. Был пробит. Уровень, ну, неделя у нас закрылась вот такая вот. Сильная бычья свеча, да, и она пробили уровень 23.6. Вот сейчас может быть укрепление на уровне 23.6. И вот от уровня 23.6, да, можем пойти дальше к уровню 38.2 по Fibonacci от нисходящего тренда. Значит, коррекция по евро-доллару может продолжиться. Сейчас мы можем увидеть этот откат, и в принципе это мы и замечаем. На меньших таймфреймах нужно будет искать точки входа. Значит, пока здесь, ну, пока на меньших таймфреймах ничего, вот именно на никаких сигналов на покупку нету. Значит, наоборот, здесь вероятность формирования определенного треугольника, да, очень вероятно формирование треугольника. Вот таким вот образом он может выглядеть, да, нужно будет посмотреть. Если остановимся на уровне 1.1325, если не пробьем, то здесь вероятность формирования треугольника. И если сформируется данный треугольник, то тогда, значит, только после выхода. Но это один вариант развития событий. Да. Второй – это пробитие уровня. После пробития мы можем пойти дальше вниз. И куда может дойти рынок? Значит, можно будет провести уровни Fibonacci вот таким вот образом. За счет того, что это у нас была линия трендовая, если она будет пробита, то Fibonacci от начала тренда до конца. От минимальных отметок, да, от минимальных котировок, вот здесь у нас 12 мая, до 15, да, мая, вот максимум 15 мая, 14.65, 14.70. И здесь у нас будет вот уровень, получается, 13.25, вот здесь зона поддержки на уровне 38.2,
Значит, уровень 50.12, ну, 13.00 будет, да, для поддержки. И как поддержка может у нас быть 12.1.12.60. Значит, вот таким вот образом. Пока тренд по евро-доллару остается восходящим. Можно также провести... Есть вот таким вот образом можно провести линию, да, вот трендовую. Можно провести и таким вот образом линию трендовую. Да, вот импульс. Здесь следующий импульс. И вот получим вот уровень, еще раз обозначиваю, 1.1300 и 1.1260. Как уровни поддержки могут быть, да, для евро-доллара. Откат. Откат, да, он получается на меньших таймфрейме довольно-таки агрессивный, но вот здесь мы вот импульс получили за две вот бычьи свечи, обратно вот шли раз, два, три, четыре, пять вот таких вот медвежьих свечей. И посмотрим, если линия вот устоит, вот линия, да, вот уже у нас на 4-часовом можно было провести вот через эти минимальные точки, раз, здесь минимумы 23-го, апреля и здесь минимум 12 мая. Вот соединили, получили линию, трендовую линию. И вот с пересечением вот здесь может быть вот как поддержка для того, чтобы можно было дальше покупать. Посмотрим еще также, как закроется вот данная свеча, вот daily свеча, выше уровня. Вот видите, здесь у нас был и уровень сопротивления. Здесь у нас максимум 13.45, 1.13.45 на daily. Закрытие было выше. Если вернемся ниже, если будет здесь поглощение, то это дополнительный сигнал на продажу. И тогда нужно будет подождать еще дольше. Можно уйти еще ниже к уровню 1.10.50. Значит, зависит от того, как мы закроемся. Если получим дополнительный сигнал на продажу, да, вернемся ниже уровня 23.6, то можем откорректироваться сильнее. Да? Откорректироваться сильнее. В данном случае уже возьмем все это движение в качестве импульса. Но пока так, значит, ждем укрепления или пробития линии и уровня. Если чтобы найти точку входа, уже будем искать на меньших таймфреймах. Вот видите, здесь 23.6, да, может как уровень, он его пробило, он был сопротивление, может стать поддержкой. Поэтому отсюда, да, возможные покупки, потому что коррекция обычно, ну, как минимум 38.2, не останавливается на уровне 23.6. Поэтому после отката, да, нужно будет искать также точки входа на покупку. Здесь также может быть идея возврата к линии шеи, вот который вот это двойное дно, да, вот это двойное дно, и может вот откатить вот сюда к уровню 1.1050 евро-доллар, да, котировки. И отсюда уже могут пойти дальше покупки. Да, вот откатит к уровню к линии шеи, и отсюда уже можно будет покупать. Да, все уже нужно будет посмотреть. Направление все-таки остается на продолжение данной коррекции, потому что мы получили вот разворотную фигуру, и это может продолжиться данная коррекция. Но нужно искать точки входа чуть ниже. Так, значит, фунт-доллар. Фунт-доллар тоже как бы то, что мы предполагали, вот этот откат ожидаемый. Здесь у нас был импульс. Коррекция, видите, по фунту, может быть, продолжится вот этот откат. Я думаю, как вариант для точки входа, вот у нас может быть, вот здесь у нас было сопротивление, здесь может стать уже после отката к данному уровню 1.55.30, да, может стать уже поддержкой. Линия трендовая, провели линию трендовую через минимум, вот минимум у нас 13 апреля и минимум 6 мая, провели трендовую линию, вот на пересечении в сторону тренда можно будет открывать еще раз. Здесь обозначен уровень 50, в данном случае неделя пробила уровень 38.2, поэтому откат может быть именно к этому уровню,
И отсюда уже дальше на покупку. Если мы укрепляемся выше уровня 38,2, может продолжиться покупка к уровню 50. Значит, все в качестве импульса можно взять вот весь этот, от начала вот здесь у нас импульса, последнего импульса 5 мая, да, вот здесь минимум 5 мая. И максимум вот здесь 14 мая. Вот последний импульс. И здесь у нас уровень 23,6 получается на 1,56,40. И уровень 38,2, 1,55,30 или 35. Да? Вот. 38,2, даже 40 может, да, даже 40. Значит, ждем, лучше подождать отката, вот, чтобы откорректировались хотя бы до уровня 38,2 и уже отсюда, от линии тренда и от уровня поддержки 38,2 по Fibonacci, да, искать точки входа на покупку. Почему я это предполагаю? Потому я объясняю еще раз, потому что пробит был 38,2, а уровень 50 только вблизи него были, да, даже не протестировали, да. Видите, он на уровне 1,5870, поэтому после отката может быть продолжение роста валютной пары фунт-доллар до уровня 1,5870. Так, доллар-иена. По доллар-иене тоже вот после пятницы, видите, обратно вернулись к уровню 119.85-119.90, да, и вот видите здесь, вот на меньшем таймфрейме, если посмотреть, можно... Вот этот уровень, вот здесь, если мы укрепляемся на уровне 119.90, от этого уровня, да, у нас потенциал до ближайших поддержек, да, их можно вот, ближайшая поддержка 119.25, даже вот здесь у нас дальше 119.00. Ну, видите, как бы здесь у нас уже вот флэт, да, вот по Fibonacci смотреть, ну, сложно, уже не стоит даже, вот видите, во флэте, когда импульс равняется коррекции, то Fibonacci не работает, да, в Fibonacci уровни коррекции работают, когда у нас тренд, когда импульс больше, чем коррекция, да, и... Тогда мы можем торговать в сторону тренда. Когда флэт, то уже во флэте от уровня до уровня двигается цена, котировка. Смотрим, да, вот здесь уже слишком еще раз показываю, да, и вы уже знаете, что тренд по доллар-иене он восходящий, но эта коррекция уже очень сильно растянулась. Да, вот коррекция по доллар-иене, здесь более вероятно, что будет продолжение по росту, продолжение тренда по доллар-иене, потому что коррекция очень слабая получилась и довольно-таки долго она у нас протянулась. Может растянуться даже вот до линии тренда, вот растянуться в этом коридоре, значит, если здесь обозначить, вот смотрите, 118.25, да, уровень поддержки и сопротивление 121.70. Вот в этом коридоре мы можем находиться еще долгое время. Да. И вот возможно, что только вот так, в таком получается, в принципе, если посмотреть на больших таймфреймах, здесь 300 пунктов. Да, в этом коридоре можно торговать, да, от уровня до уровня. Но если его пробьет, то откроется дополнительный потенциал еще как минимум на 300 пунктов. Посмотрим, пока... Fibonacci, я говорю, здесь сложно, да, вот выставлять очень и импульсы, и коррекции очень сильные, да, ну что у нас ситуация флетовая. Так, поэтому от уровня до уровня, да, смотрим, как бы фиксируется, если есть потенциал от уровня сопротивления до уровня поддержки, значит открываем сделку, если нет потенциала и стоп-лосс слишком большой, ничего не делаем, не открываем. В данном случае я не вижу ни одной свечной комбинации, чего-то вот пока вот
только вот длинный хвост, и то свечание закрыто, нужно укрепление ниже уровня, только тогда может еще быть потенциал на продажу, да, дальнейшее продолжение снижения доллара против иены. Так. К уровню 118.45, а пока ничего здесь предпринимать не стоит. Вот посмотрим здесь, сколько у нас, 170 было, 130. Нет, ничего интересного даже на меньших таймфреймах я не вижу, поэтому как подтверждение вот данного уровня сопротивления. Так, ну, так. Нет, здесь по доллар-иене пока ничего не делаем, ситуация не ясная, поэтому ждем более четких, более выразительных сигналов, чтобы выразительный какой-то импульс, да, чтобы мы ожидали, также действовали, да, после сильного четкого импульса, ждем отката и ставим уровни коррекции Fibonacci, от уровня коррекции начинаем покупать. Здесь такой ситуации у нас нету, поэтому ничего не делаем, откладываем пока данную валютную пару. По франку, доллар-франк, что у нас здесь, значит, здесь как ситуация и была, да, так она и остается, значит, я имею в виду уровни коррекции, да, вот тренд пока вот у нас есть импульс, у нас есть, мы находимся в фазе коррекции, да, вот получаем уровень 50 по Fibonacci, вот видите, здесь остановка, только получили, вот должны подождать дополнительного сигнала, это определенная свечная комбинация на продажу. Есть уровень 50, но мы можем пойти дальше, даже до уровня 61.8, и уже это у нас решающий, да, для смены тренда. Находимся пока ниже трендовой линии, да. Здесь вероятность вот такого вот треугольника тоже. Вероятность треугольника. Вот таким вот образом он выглядит. Да, вот раз, вниз, импульс, вверх. Вниз, вверх, и вот он, получается, так сильно сузился. Нам нужно выйти, данный уровень, линию поддержки, да, нужно будет пробить, укрепиться ниже уровня 38.2 и ниже мувинга, и тогда уже можно будет искать точки входа на продолжение, на продажу в сторону тренда. Но в случае пробития 61.8, и вот обозначим уровень 61.8, 0.9250, да, если его пробивает, то уже возможно продолжение до уровня, вот до линии на daily, который у нас здесь тоже желтеньким, да, вот здесь у нас можно даже пойти к уровню 0.93, сходить к уровню 0.9360, но в случае только пробития, поэтому сейчас предполагаем только, но в принципе, раз тренд нисходящий, у нас уровни и линия, значит, более вероятно именно продажа и продолжение укрепления франка. Сегодня просто выходили данные по Швейцарии, данные вышли довольно-таки слабые, поэтому мы увидели данные, ну, укрепление доллара против франка. Так, на меньших таймфреймах смотрим. Ну, пока вот ничего нету, никаких вот свечных комбинаций, ни новостной фон, ни, значит,
не работает в нашу пользу, да, ну, в принципе, в нашу пользу, значит, не добавляет нам уверенности, уверенности этой продажи, да, но и покупка нежелательна, да, за счет того, что мы уже находимся в треугольнике. Окей, перехожу дальше к валютной паре доллар, американский, канадский доллар против канадца. Значит, здесь замечаем, что все-таки уровень 38,2, который у нас на дейли, на недельном, да, вот у нас уровень. Видите, неделя закрылась выше. Заметьте, что неделя, вот последняя неделя, заметьте, вот эта медвежья свеча, закрылась, вот хвост получили, и закрытие было на уровне, выше уровня 38,2. И обратно, значит, вверх, ну, вверх, я думаю, вверх сюда к уровню 23,6, 1,2310. Если посмотреть на меньшем таймфрейме, ну, были вот эти свечные комбинации, да, вот которые вот у нас поглощение, это вот этот молот, и что важно, да, вот мы закрылись, закрытие было выше уровня. И сегодня продолжился рост доллара против канадца. Посмотрим, как закроется daily свеча, закроется выше мувинга, укрепимся на мувинге, и можно будет дальше, да, вот может продолжиться рост доллара против канадца до уровня 1.23.6, 1.23.10. Но здесь уже могут обновиться продажи, да, вот сделки на продажу, могут быть потенциальные сделки на продажу от уровня 23.6. Так. Пока здесь больше именно на меньших таймфреймах, если посмотреть, никаких признаков изменения направления движения нету. Так что больше это похоже на продолжение движения и как минимум к 1.2885 или 1.2185, 1.2155. Да, вот это у нас зона сопротивления для валютной пары доллар, американский доллар, канадский доллар. Получаем, вот у нас был последний вот импульс, у нас был вот данный, да, вот импульс, я оставил Fibonacci вот таким вот образом, да, и уровень 61,8 был пробит. Сейчас уже можно будет брать вот данные движения, посмотрим, где оно остановится, вот здесь минимумы и максимумы уже увидим. Может быть, максимумы здесь на 1.2185. И уже тогда будем ждать отката и находить точки входа на покупку. Да? Ну что, потенциал до уровня 23.6 есть хороший. Поэтому я думаю, что так, да, может продолжиться эта ситуация. У нас был импульс, да, пробили 61.8. Уже это движение берем в качестве импульса. Меняем просто направление. Так, где, вот Сергей спрашивает, там на хаш треугольник пробился наверх. Треугольник, где вот здесь треугольник? Ну, я здесь не вижу треугольника. Вот мы возвращаемся в данный диапазон, вот здесь видите зона. Вот это у нас поддержка, да, 19.1, 19.50, и вот уровень сопротивления 1.21.85, 1.21.55, да, видите, эта коррекция, да, продолжается. Вот, а тоже ситуация флетовая получается, от уровня до уровня, я думаю, вот здесь продажи, да, могут быть хорошие от уровня до 1.21.85, обратно сюда к уровням поддержки. Может быть, и отсюда, да, начнется. И растянемся до, значит, растянется эта коррекция, может растянуться до линии. Дальше австралийский доллар. А по австралийцу остается, вот линия тренда остается таким, как ее построили в пятницу, да, вот последний импульс данного тренда остается вот от начала здесь у нас 8 мая,
и максимум 14 мая, вот весь этот импульс, и уровень 61,8, 61,8 получается у нас 0,7975, вот здесь у нас уровень, последний уровень поддержки, который может дать нам точку входа в сторону тренда, в сторону данного тренда, и если уже пробиваем, то открывается потенциал. Уже можно будет взять данное движение в качестве импульса и обратно после отката можно будет заходить на продажу. А пока ищем точки входа на покупку. По австралийцу завтра важные новости. По австралийцу важные новости. Это у нас протокол заседания Резервного банка Австралии. Протокол заседания Резервного банка Австралии в 4.30 до утра. В 4.30 утра. Поэтому здесь лучше все-таки не торговать. Если утром проснется кто-то и поставит отложенный ордер, будет хорошо. Да? Вот, завтра в 4.30 новость, важная новость. Протокол заседания Резервного банка Австралии. Так что будьте бдительны, пока фундаментально не обоснованно, да, вот непонятно, куда пойдет рынок, а вот с точки зрения техники остается уровень поддержки 61,8, да, который мы не пробили и сейчас вот тестируем. Укрепление на этом уровне, вот видите, стоп-лоссы должны быть небольшие, да, в районе 25 пунктов и на покупку, да, возможная покупка. Но ожидают по австралийцу, в принципе, ожидают вот на ожиданиях снижения процентной ставки, да, ведь знаете что, так в этом случае может быть можем увидеть дальнее продолжение нисходящего тренда по австралийцу, да, вот видите. Тренд все-таки долгосрочный, по австралийцу нисходящий, поэтому на покупку нужно очень так осторожно, да, вот заходить и обязательно стоп-лосса ставить. Новозеландский доллар, заметьте, что даже вот видите, иногда вот сигналы, да, вот видите, помните, я говорил, как закроется 4-часовая свеча, получили мы все-таки поглощение здесь, но откорректировались намного ниже после сигнала на поглощение, вот видите, вот даже пробили здесь 61,8, да, вот видите, пробили 61,8, но за счет того, что последний все-таки импульс на 4-часовом у нас был вот данный отсюда, вот начало здесь у нас 29 апреля и здесь у нас минимум 13 мая, да, 12 мая. И заметьте, что на уровне 50, вот мы этот уровень, да, вот на уровне 50 остановились и прошли дальше. Я думаю, эта свечная комбинация еще может отработаться, да, несмотря на то, что вот откат был намного сильнее. Можно оставить уровни коррекции так, таким вот образом, и обозначить здесь сопротивление на уровне 50 и 61,8. Они вот стоят 0,7580 и на сопротивление 0,7530. Да. Пока не вернемся вот выше, дополнительных каких-то сигналов на покупку или в принципе нету, поэтому вот все пробило 61,8, сейчас может пойти дальше вот даже до уровня 0,7320, да, вот ситуации, чтобы нам торговать по моим принципам, да, вот нету уровней, вот если даже взять данное движение в качестве импульса, мы далеко от уровней сопротивления, и здесь как бы ставить Fibonacci уже нету смысла, потому что пробит был 61,8, да, вот взять обратно. Взять, видите, я не могу торговать уровень 61,8, потому что его пробило. Если вернемся вот выше уровня 61,8 и укрепимся на нем, то тогда можно будет открывать на покупку за счет дополнительных сигналов вот здесь, вот эти, которые были и не отработались. Да? Но все должно быть
медленно, пока мы, вот если вернемся выше 61,8, можно будет считать как ложным пробитием, то тогда можно будет покупать вот до уровня 0,7560. Да? Но если не укрепимся выше 61,8, а продолжим движение до уровня 0,7330, то тогда уже буду ждать отката и искать точки входа на продажу. Да, как бы вот таким вот образом. Посмотрим, как все сложится. Да. Раз уровень 61,8 пробит, тренд все-таки по новозеландцу он остается нисходящим. Вы видите, что он нисходящий тренд. Значит, вот и на дейли. Посмотрим. Вот видите, нисходящий тренд. Так что вот после отката можно будет искать точки входа на продажу. И даже вот таким вот образом можно достигнуть линию сопротивления. Вот таким вот образом. И после отката от линии можно будет искать точки входа на продажу. Да, вот лучше вот так действовать, да, после отката на продажу по новозеландцу. Золото. Так, по золоту посмотрим. Вот по золоту заметьте, что здесь у нас линия. Вот видите, линия трендовая. Раз, два. Раз, два, три, четыре, да, вот точка. Сделки остались с предыдущей недели, да, открытые сделки. Здесь еще добавил, но вот видите, пока третья сделка, она в минусе, но передвинул стоп-лосс без убыток по золоту. Значит, ситуация таким вот образом по золоту. У нас получили сигнал на продолжение. Значит, здесь у нас 4 свечи выходят за верхнюю линию Боллинджера. Значит, сигнал на продолжение. Плюс к этому, значит, смотрите, у нас недельная свеча закрылась выше мувинга. Здесь вероятное двойное дно на недельном. И, возможно, после укрепления вот здесь на уровне 1215-1214, да, дальше будет покупка, да, мы ждем сейчас отката, и после отката, вот видите, уровень сопротивления 1214, который вот был сопротивление, может стать поддержкой, да, дальше на покупку, да, вот по золоту мы ищем точки входа на покупку. Смотрите, линия, еще раз показываю линию трендовую, которую не пробили. И поэтому по золоту нужно добавлять постепенно на покупку от уровней поддержки, от линии. Возможно, еще раз откат сюда к уровню. Вот здесь получили еще дополнительную поддержку 1223-1224. А после отката сюда, отсюда можно будет покупать. Так, серебро по серебру. По серебру тоже вот у нас вот идет вот импульс, получили дополнительный сигнал на продолжение. Раз, два, три, четыре свечи на дейли выходят за верхнюю линию, но здесь может быть опять же откат, это вас не должно пугать, и от уровня поддержки, нужно будет заходить. А поддержка где у нас может быть? Значит, поддержка может быть, вот видите, здесь у нас 38,2 по Фибоначчи, 17,19, 17,17. Или давайте лучше здесь более четко вот по минимумам и по максимумам посмотрим. Да? Может откатить вот сюда вот даже 17,19, 17,17. И отсюда уже точка входа на покупку, на продолжение движения вверх. И также вот покажу вам, как закрылась. Вот неделя закрылась тоже выше. Смотрите, неделя закрылась выше линии мувинга, да, и выше сопротивления 17, вот 17.00 у нас сопротивление выше. Поэтому укрепление на этом выше данного уровня даст нам дополнительный потенциал на покупку по серебру.
Окей, на этом все. Значит, время наше, к сожалению, вышло. Жду вас завтра в это же время, в 17:00. С вами был Александр Пую, менеджер-аналитик представительства компании Альпария в городе Кишинев. Да, сегодня как бы ничего интересного для открытия сделок, так что отдыхаем пока. Понедельник, тяжелый день.